Хрупкая восточная красавица с нежным проникновенным голосом и невероятным обаянием. Еще в детстве, твердо решив стать певицей, она вышла на сцену в 12 лет и сразу покорила сердца зрителей. Она многого добилась благодаря твердому характеру и удивительному трудолюбию. Сегодня на ее счету победы в музыкальных конкурсах, множество премий и наград. Любовь на бис, на беду, улыбнись сейчас и поклонись на беду. Любопытный глаз нам не дает отдохнуть, вода вспышек свет и продолжается сюжет. Ее личная жизнь как море, то штиль, то волны до неба. Два брака, две красивые истории любви. Сегодня главные мужчины ее жизни – сыновья Данила и Максим, которые души не чают в своей звездной маме. Наедине со всеми – заслуженная артистка Карачаева-Черкесии, певица Зара. Боже ты мой, такая хрупкая, худенькая, молоденькая. Вы вообще цифры свои как-то озвучиваете, сколько вам лет? Мне 33 года. Вам 33 года. Я вот хочу сразу начать с перечисления. При этом уже 10 студийных альбомов, 7 национальных музыкальных премий «Золотой граммофон», 2 диплома «Песня года», 2 сыновей. Это самое главное. И всего 33 года. Но для меня это так звучит. Мне хочется спросить, где у вас кнопка? Когда? 36 часов в сутки? Когда вы все это успели? Спасибо. Но мне действительно не хватает времени. Мне еще хочется большего успеть, во многом преуспеть. Я вот хочу сразу обратиться к недавнему событию, которое с вами произошло, потому что вы были в Сирии с сольным концертом в поддержку наших военнослужащих. Да. Поскольку вы мама двоих детей, с одной стороны, это вызывает огромное уважение за то мужество, с которым вы, так сказать, отправились в эту поездку. С другой стороны, ставя себя на ваше место, я думаю, да никогда в жизни. Да никогда. А вдруг чего? Да я бы 100 раз думала даже не о себе, а о том, что дети маленькие остались. Я дважды была в Сирии. Первый раз это было перед Новым годом. Мне позвонили вечером. Я не знаю, у меня особое отношение к нашему Министерству обороны. Я очень доверяю нашим военным. Я не знаю, я согласилась. Я вам могу сказать, что многие члены моего коллектива отказались, но я поехала. А с кем оставались дети? Мне всегда, во всем всегда помогает моя мама, мой папа. И они, конечно же, были с ними. Это заняло буквально 2 дня. Но я получила огромное удовольствие. Вы знаете, это не просто хвастовство, но мне так было приятно, что один из офицеров сказал, что у нас есть крыша над головой. У нас есть что поесть, говорит. И Зара для нас поет. Говорит, здесь можно жить и воевать. Мне было это так приятно. Я сказала, я обязательно вернусь в сольном концерт, потому что там был такой сборный концерт. Я спела всего 3 песни. Я вернулась в конце февраля с большим сольным концертом, где пела песни военных лет, какие-то из своего репертуара, романсы попела. И выходила к людям, имела честь пожать их мужественные руки. Вот для меня это было очень важно. Зара, вот что касается вашего репертуара, в который действительно включены и романсы, и песни военных лет, в том числе можно с ними столкнуться. Тут есть некоторые противоречия, я бы сказала, между вашим возрастом и вашим выбором вот этого репертуара. К какой аудитории вы апеллируете? Такое ощущение, что в некотором смысле это аудитория ваших родителей. Я не знаю, может быть, повлияло то, что я выросла в Санкт-Петербурге.
И в Петербурге был очень развит жанр романса. Потом, когда я училась в театральной академии, у нас был спектакль военных песен. И, конечно же, я всегда любила песни военных лет, а тут еще и спектакль. Я всем этим была проникнута. А бывает такое, что я не знаю, сейчас, ну, вообразить себе картинку дома, в душе вы зажигаете совершенно под другую музыку? Да, бывает. Что-то из радио, да, мне всегда, я всегда слушаю, мне нравится повторять какие-то нюансы у вокалисток, те, которые мне не присущи. Конечно, я оттачиваю, где же еще? Или в подъезде, или в душе. Да, да, там, где хорошая акустика. Вы, надо сказать, нечастая исполнительница вот нашей эстрады, которая ухитрилась спеть еще и с мэтрами мировой сцены, я бы сказала, это вот Шарль Азнавур и Мирей Матье. Это, ну вот... Когда такие встречи происходят, я понимаю, что все в моей жизни не напрасно. Я выбрала правильный путь, да. Перед Шарлем Азнавуром мы пели в Каннах, когда были дни русской культуры там. Естественно, где никак не во Франции спеть что-нибудь из французского шансона. Я не знала, что он будет в зале. Я выступила, он подошел к сцене, я спела попурри из его песен, и стала аплодировать, и люди его подхватили. Ну, это же такое счастье. Во-первых, петь перед первоисполнителем, да еще и таким. И что он это оценил. Как сложились ваши взаимоотношения с Мирей Матье? Это был фестиваль «Спасская башня». На протяжении нескольких лет символом фестиваля является наша любимая Мирей Матье. И в этом году решили разнообразить и включить еще нескольких исполнителей в фестиваль. Это была я, Тамара Михайловна Гверцители. Угу. Может быть, мы, потому что мы поем на французском песне. И вот состоялись дуэты. Сначала мы с ней разговаривали в июне, и мы проверяли тональности. Я пела прямо в телефон, она пела вместе со мной. Представляете, вот это с этим ее потрясающим вибрато. И уже репетиция на Спасской башне. И более того, она сказала, что если она еще приедет в ближайшем будущем в Москву, в Россию, мы еще и с ней что-нибудь споем. Ну вот мы, когда Мирей Матье была таки недавно в России и в Москве, мы поговорили с ней немножечко об этом вашем дуэте. Давайте ее послушаем. Ой. Я могу вам сказать, что спеть «Падам-падам» — это не просто обычный текст, это само по себе нелегко. Да и самого текста очень много. А она на самом деле поистине очень хорошо спела, великолепным голосом очень-очень хорошо исполнила. Замечательно, браво. Я действительно поздравляю ее с этим. До приезда сюда я говорила с ней по телефону. И она уже тогда мне напела ту работу, которую проделала. И это было великолепно, потому что она уже непосредственно знала мелодию и текст. Она большой, очень большой, огромный профессионал. Мы часто говорили с Зарой о нашей профессии, и здесь она согласится со мной, что нам всему предстоит учиться. Я хочу пожелать Заре очень долгой карьеры. Она великолепно ее начала, и я скрещиваю за нее пальцы. Вообще, вы родом, что называется, из, так это раньше называлось, простая интеллигентная семья. Мама домохозяйка, папа кандидат физико-математических наук. Папа работал изначально главным инженером в судостроительном заводе в городе Отрадное Ленинградской области. Потом, естественно, были различные повышения. Потом он покинул этот завод и начал свое собственное дело, и мы уже переехали в Санкт-Петербург. Я имею в виду, что такая семья обычно не очень радуется выбору такой профессии, публичной профессии, тем более девочка, еще мальчика, еще туда-сюда можно отпустить. Но девочка, которая с 14 лет, собственно говоря, начинает пытаться прокладывать себе дорогу на эстраду, должна вызывать сопротивление и разговоры о том, что, слушай, ну учись, ну выходи замуж, ну рожай детей, ну зачем быть певицей? Моим самым большим поклонником моего творчества был мой папа. И он меня оградил от всех вот этих вот злословий и даже от родственников. Потому что, конечно, у папы в семье 9 братьев и сестер, у мамы 6. То есть было кому высказаться. Было, да. Но я могу сказать, сейчас очень много моих двоюродных сестер сами поют, и действительно у них хороший голос.
И видя, наверное, мой пример, что можно быть достойным, воспитанным человеком, в принципе, в любой сфере, все исходит только от человека, от семьи, угу. от воспитания, от внутреннего стержня. Можно так сказать, слово может быть нехорошее, можно не испортиться. Поэтому папа меня всегда во всем поддерживал, всегда помогал. 99% бюджета семьи уходили на мое платье, на мои аранжировки, на сотрудничество с различными композиторами и поэтами. То есть он очень в меня верил. И я за это очень благодарна. Он мне дал уверенности и сил. Далее «Наедине со всеми». А можно сделать паузу? Почему этот вопрос так вас... Даже не вопрос, послушайте, я же просто констатировала, что невозможно быть всегда идеальной, что должно быть место, где... Я не идеальна. Где ты совершаешь ошибки. Я не идеальна. Я могу позволить себе расслабиться. Только если я знаю, что все дела подошли к концу. Мой самый главный поклонник... Папа. Если мои невестки будут певицами. Ой, если они будут талантливыми певицами, если я почувствую, то я, конечно же, поддержу. Понятно, что любящий папа может сказать, ну хорошо, ну попробуй. Но потом все-таки намекнуть, а давай серьезное образование получим. Да, это действительно тоже присутствовало. Дело в том, что папа была мечта, что я обязательно должна учиться в большом университете. Даже квартиру, которую он купил на Тучковом переулке, она находится как раз недалеко от этого учебного заведения. И я поступила таки туда ради папы. Поступила без проблем. Это был Восточный факультет отделения иранской филологии. Но когда начала учиться, не прекращала петь. Я на тот момент уже участвовала более чем в 10 различных международных конкурсах с большим успехом. Вот. Но все же мы все понимали, что, наверное, должна быть какая-то нормальная, крепкая гражданская профессия. И когда я училась, все больше и больше было приглашений в кино сниматься, концерты давать. И я поняла, если я хочу быть хорошим филологом, этим нужно болеть и посвящать этому все свое время. А я болела музыкой. Я без этого жить не могла. И поделилась всеми своими сомнениями с Андреем Павловичем Петровым, с которым мы очень дружили, нашим известным композитором великим, да, прекрасным композитором. И он говорит, у меня внучка тоже поет, но она пошла не в консерваторию, а пошла в театралку. Говорит, давай-ка ты попробуешь свои силы там. На следующий год я уже... Ну, начало был семейный совет. Я сказала, что вот так-то так. Папа, когда со мной не согласен, или согласен, но не очень согласен, скажем так, он молчит. Это дурной знак. Ну, это знак, что вроде он хочет пойти навстречу, но есть какие-то свои принципы. И здесь он как-то борется в этих своих сомнениях, поэтому он молчит. И за это я ему благодарна, за то молчание, которое он иногда выражает, скажем так. То есть вы на самом деле на протяжении всех этих лет ухитряетесь совмещать карьеру эстрадной исполнительницы, быть популярной эстрадной исполнительницей, но при этом вы послушной дочерью. Да, я послушная дочь. Мне кажется... В жизни моих родителей было столько страданий, особенно мамы, что я должна ее только радовать. Я надеюсь, что я ее радую. Вы, надо сказать, и не только послушная дочь, но и в каком-то смысле еще и не противоречите традициям, я бы сказала, наверное, восточным, что вы довольно рано вышли замуж. В первый раз? Да. Наш пострел везде успел, что называется. Вам было 19 лет, когда вы уже стали... Я познакомилась, я в 20 вышла. А, в 20, хорошо, в 20. Да. О, это существенная разница. Да, даже почти 21 было. Ну, да, была первая любовь. Она закончилась так, как должна была закончиться свадьба эта. Вот это тоже довольно интересный момент для меня, потому что, когда вам было 20 лет, уже времена стояли более чем свободные на дворе, не существовало никаких такого рода стереотипов, что, ну, познакомились, встречаетесь, ну, в конце концов, ну, можно проверить свои чувства, можно пожить гражданским браком. А вы так... У нас строго по канонам. У нас так было принято. Может быть, действительно, это было не очень современно. Может быть, если бы у меня была дочка, я бы не совсем так бы ее воспитывала. Но я благодарна тому воспитанию, которое мне дали мои родители. Но у нас было так принято.
Более того, и будущий супруг очень торопил с решением. Я вышла замуж за любимого человека. Ну вот так случилось, что не сложилось. Да, но брак продержался не больше года. Недолго, да. Просто, наверное, в какой-то момент мы поняли, что мы не готовы к семейной жизни. Мы не прошли вот этот период притирки, когда на что-то нужно закрывать глаза, что-то не замечать. Поэтому так быстро и закончился брак. Ваш первый супруг остается сыном Валентины Ивановны Матвиенко, и свадьба у вас была такая помпезная, я бы сказала. Нет, это больше писали, ничего помпезного. Ну, слушайте, ну в Казанском соборе-то немногие венчаются. Ну, соглашусь. Трудно не согласиться с этим. Да, с этим я соглашусь. Вот я к чему это? Ну, и там кареты-то, может, много заказывают, многие заказывают. В Питере у нас постоянно кареты. Это модно, да. Мне было так вот даже немножко неловко, что ли, да, вот что еще не так давно были вот такие мощнейшие торжества в честь вот этого события, что два молодых человека встретили друг друга. А теперь как-то надо все это обнулить. Об этом никто не думал. Для меня это было очень тяжелое решение. Я очень переживала. Я была в глубокой депрессии. Я похудела до 44 килограмм. И, в принципе, что меня более или менее держало на плаву, это моя любимая профессия. И то петь, особенно романсы или что-то такое лирическое, было очень сложно. Я очень переживала. Мне казалось, что я прочитанная книга. Я больше никому не понравлюсь, что жизнь кончена. Вот. Но нет. Потом последовало предложение от Виктора Дробыша принять участие в проекте «Фабрика звезд». И вот началась новая жизнь, такая творческая, новый виток. По удивительному стечению обстоятельств именно «Фабрика» помогла вам в конечном итоге встрече с вашим вторым супругом. То есть как-то, вот, несмотря на депрессивные мысли, что я прочитанная книга, жизнь вам сказала: «Эй, нет, все только начинается». И именно там Сергей Иванов как-то приметил вот в момент кастинга, как я понимаю, да, когда еще это было. Нет, это было не совсем так. После развода моя подруга Виктория старалась, чтобы я дома не сидела, вот, потому что все время лежала. Вот, и она меня старалась приглашать на какие-то мероприятия. И вот мы с ней сходили на мероприятие общего друга, где я познакомилась с Сергеем. Я как раз пела, все в таком хорошем настроении, общаются, а вот он стоит и слушает. Вот, и тогда вот мы пообщались и обменялись телефонами. Утром написал он мне очень такую душещипательную, красивую смс-ку. Мы встретились, на следующий день пообедали. И потом, когда я все-таки прошла кастинг на проект, он приезжал каждую субботу, встречал мою маму в Москве. Вот, и мог увидеть меня только в коридорах Останкино, когда мы приезжали туда на отчетные концерты. Потому что мы действительно все остальное время были в замкнутом пространстве. Мы были вот в этом звездном доме, как мы его называли. Вот, и мы продолжали общаться, и потом все-таки все это привело к тому, что мы стали мужем и женой. В тот момент, когда он вас увидел, и вот эта такая романтическая ваша встреча произошла, он был женат? Нет, он не был женат. Уже не был? Нет, нет, нет. Когда он стал за мной ухаживать, он был уже свободным человеком. А что касается вас, вот вы, будучи юным человеком, обожглись в первом браке. И довольно быстро вы стали получать, так сказать, серьезные знаки внимания от другого мужчины. Не быстро, не довольно быстро. Но к тому моменту, но уже почти год прошел. Но было ли у вас опасение вообще какое-то, что вот, мол, я, может быть, не очень хорошо разбираюсь в людях, может быть, мне как раз стоит повременить, подождать, присмотреться в этот раз? Уже вы как-то более, ну что ли, ответственно, серьезно анализировали происходящее? Я всегда доверяю своим внутренним ощущениям, и мне казалось, да, что это тот человек, он обо мне заботился. Мы вообще, когда, да, встречаемся с людьми, мы стараемся проявлять свои самые лучшие качества. Да. Ведь так? Единственное, может быть, впоследствии мы расслабляемся и начинаем замечать те вещи, которые, может, раньше были, мы их не замечали, а может, сейчас начали проявляться. Вот. На тот момент было все замечательно.
В этом браке, в ваших интервью того времени, вы говорили, что вот безусловно Сергей такой вот глава семьи, который может сделать не просто там замечание по дому или еще чему-то, а может и вам сделать замечание, в том числе, мол, не то платье или не так хорошо выглядело, ну-ка, ты поправилась, он держал, конечно, да, в тонусе возьми себя держал. В руки. Строг был к вам. Он даже такую вещь сказал, мне так это смутило. Он говорит, я хочу тебя воспитать. Воспитать? Да, я говорю, ну, Сергей, ну как-то я уже вроде воспитанный человек, как мне кажется. Ну вот, может быть, он под себя как-то подстраивал. Мне так, что мама меня всегда держала, в принципе, немножечко в легком напряжении, что ты всегда должна за собой следить, ты должна следить за своей речью, да, ну как-то вот... И мне, в принципе, это правильно. Мне кажется, девушек действительно так нужно воспитывать. А позже эту функцию на себя взял Сергей. Мне, правда, иногда хотелось поблажек, но тем не менее... Но это правильно. Если ты артистка, ты обязана хорошо выглядеть, ты должна быть в форме, ты должна следить за своим внешним видом, всегда голосовые связки должны быть в форме, значит, ты должна высыпаться. То есть я всегда старалась и здесь быть во всем отличницей, и в семейной жизни прекрасной супругой, хорошей мамой, и, значит, и не отставать в своей карьере. Сара, можно вами только восхищаться, но при этом я думаю, что это не просто тяжкий труд быть во всем идеальной, но и очень депрессивно быть всегда и во всем идеальной и везде передо всеми держать экзамен. Но это не могу сказать, что это экзамен. Это действительно, наверное, я... А можно сделать паузу? Почему этот вопрос так вас... Даже не вопрос, послушайте, я же просто констатировала, что невозможно быть всегда идеальной, что должно быть место, где, я не идеальна, где ты совершаешь я ошибки. Я не идеальна. Понимаете, я всегда считаю, что человек должен себя все равно сам воспитывать. И на протяжении жизни мы все равно растем, у нас ухудшается характер. Не потому, что мы плохие, но потому, что так складываются обстоятельства, ощущения жизни, да? И мы должны над собой всегда работать. Мы не должны где-то в чем-то сильно расслабляться, я считаю. Далее «Наедине со всеми». Как вы разбираетесь с их ревностью? Два мужика, которые должны рвать вас на части. Слава богу, все у нас в порядке. Вот. Но ревность иногда присутствует. Поэтому если одного обняла, сразу второго обнимаю. Одного поцеловала, второго поцеловала. Только мама двоих сыновей знает, как много нужно им любви. Когда я встречаю старых обидчиков... Я и поздороваюсь, и спрошу, как дела, и, поверьте, им больнее от этого будет. Если мне предложат читать рэп... К сожалению, я в этом не очень талантлива. Зара. Ваш второй брак закончился тоже разводом. Вы это недавно, так сказать, признали в публичном пространстве. Вы не стали называть причины, не входили в детали. Собственно говоря, это ваше право, это нормально. И я совершенно не хотела бы знать их здесь. Но общий вопрос я хотела бы спросить. Вы не справились, получается, да? Получается так, мы не справились. Не то чтобы я не справилась, мы не справились. Но вот вы такая красавица, худенькая, двоих сыновей родили, дом построили. Да, я могу сказать, что практически строила его я. Да. Ну, то есть, вот смотрите, и карьера не прерывалась. Но вы идеал. Спасибо. И вы не справились. Бывает такое. Я из-за этого очень переживала, а потом поняла, что у меня такая прекрасная семья, они такие мальчики. И мой весь мир в них. И сейчас мои мечты все связаны именно с ними. Мне хочется, чтобы они были мужественны, чтобы они были не только моей опорой, чтобы у них все в жизни вообще сложилось наилучшим образом. Я понимаю, что люди достигают чего-то в том случае, если у них есть какая-то нестабильность в жизни, да, что не должно быть все дозволено и так далее. Иначе получаются какие-то такие очень тепличные условия. Тепличные условия, неправильные для развития, скажем так. Но
тем не менее, я рада, что они занимаются хоккеем, потому что это сложный вид спорта. Это им будет помогать в жизни, может быть, справляться с какими-то сложностями, да, жизненными. Они у меня изучают языки, они очень воспитанные мальчики. Вот. Но я вам могу сказать, что, может быть, даже с Сергеем сейчас у нас стали лучшие отношения, нежели были в браке. Может, Сергей понял какие-то свои недочеты. Я как-то выдохнула, да, и мы прекрасно общаемся, мы проводим много вместе времени, и вместе водим и детей на хоккей, и там забираем с каких-то секций. То есть общение все равно не прерывается. Это вам делает большую честь как родителям, на самом деле, потому что действительно есть двое сыновей, которые зависят в одинаковой мере от мамы и от папы, и если мама и папа сохраняют отношения, это... Ну, это цивилизованно, это правильно, это и есть главная забота о своих детях. Но я вот хочу спросить вас, Зара, кто вас жалеет? Ой, мама. Мама жалеет. Директор мой меня жалеет. В принципе, Сережа сейчас жалеет. Вот. Напьете больше. Мне надо было к вам прийти попозже. Как бы все заживет. Давайте мы сейчас с вами... переключимся на другую тему, потому да. что, надо сказать, мало есть людей на эстраде, по поводу которых коллеги отзываются так искренне, душевно и тепло, и сердечно. Спасибо. А вот вы такой человек. И давайте послушаем сейчас вашу коллегу и подругу. Это певица Слава. Конечно, я думаю, что многие люди, когда первый раз встречают Зару, думают, что это такая, ну, не каменная леди, а леди так, ну, леди, вот, такая недоступная, как бы, очень такая... Вот, а на самом деле, если поближе, конечно, узнать Зарочку, то она очень, очень душевный, хороший, добрый человечек, и искренний, у которой тоже очень много переживаний душевных и всякие слабости. Она говорит, я никогда не приду к своему ребенку, к сыну не накрашенная. Я думаю, нифига себе, вот это круто. Это на самом деле круто, потому что это ребенок, это же мальчик, сын, он должен видеть красоту, мама должна быть всегда красивая. И она и в самолете, она везде красивая. Мне, например, хочется нравиться там Заре. Ну вот, вот прям хочется. И я понимаю, что я ей нравлюсь. И она мне тоже искренне нравится, потому что мне мало вообще кто нравится. Мне вообще все злые не считают. Но это правда, наверное, потому что я от себя очень людей отсеиваю. Вот Зара тоже. Поэтому мы как бы знаем нашу друг другу, друг дружке внутреннюю сущность и за это друг друга любим. Потому что мы очень, на самом деле, честные, настоящие друзья, всегда поможем. И то она очень, ну... Как сказать, что она может постоять за себя, за своих близких именно словом, и даже не словом, а взглядом. Вот знаете, есть такое, что ну, как люди себя там неприлично ведут, какие-то делают какие-то высказывания, она может так посмотреть, что становится ну, жутковато. Не было бы перчинки, и интереса бы никакого не было. Понятно, что это все мягкость, это красота. Вот. В Заре есть огонь, в Заре есть стержень. Внутренний очень интересный и сильный человек, несмотря на всю свою мягкость внешнюю. Перчинка. Ой, у всех восточных людей есть перчинка, а у Зары наш, ух, перчик прям. Спасибо. В чем ваш перчик? Я не знаю, но я очень люблю Славу, Настю. Она настоящая во всех своих эмоциях, во всем, во всех своих песнях. Мы очень часто вместе общаемся и ходим друг к другу на дни рождения детей. Вот, и... Мне приятно, что она так считает и столько добрых слов сказала. А что значит к детям своим не накрашенные не заходите? Ой, да. А во сколько встаете тогда? Нет, ну я стараюсь как бы легкий макияж. У меня Данька старший, он любит, когда я красивая. Нет, младший, он меня любит любой. Абсолютно любой. Мамочка, ты моя бедняжечка, я тебя люблю. Я говорю, Максим, почему я бедняжка? Ну не знаю, вот так вот. Ой, какой я хороший не... мальчик, какой, он как он мне нравится, любит... ты моя бедняжечка, правильно? Я не знаю почему, даже если все хорошо, он так. А Данечка уже взрослый. Ну, это сколько? 6. Но он уже большой человек. Но он уже, да, человечек, он уже не так дает его потискать, пообнимать. Да вы что? Да, да. У него бывают такие моменты нежности, их нужно обязательно использовать, когда ему вот хочется, чтобы его обняли, и он хочет обниматься. А так он уже взрослый. Угу. Да, и
Он говорит: мамочка, ты накрашена. Мам, ты идешь на концерт? Мамочка, во сколько ты придешь? Мам, какая ты красивая, можно я тебя поцелую? Вот так вот, и он начинает меня целовать. А пойдем одни побудем в комнате. И никто не должен заходить в этот момент. Вот угу. Я и он в комнате. Все, как вы разбираетесь с их ревностью? Два мужика, которые должны рвать вас на части. Слава богу, все у нас в порядке. Вот. Но ревность иногда присутствует. Поэтому если одного обняла, сразу второго обнимаю. Одного поцеловала, второго поцеловала. Иногда по вечерам они дерутся, кто с кем будет спать. То есть каждый хочет, чтобы я спала с ним, а втроем они спать не хотят. Вот, чтобы втроем. Да, да. Вот, поэтому мы, поскольку Данька попозже укладывает, поэтому мы сначала Максимку укладываем, потом идем к Даньке. Угу. Да. Хитрости и... такие. Да, да. Но Максимка просыпается в 6 утра обычно и приходит ко мне в комнатку. И мы полтора часа, значит, с ним сидим, лежим, разговариваем, читаем, поем. И у него всегда игра. Каждое утро он говорит: мамочка, кто я, а кто ты? Вот. Ну, мы были, что, значит, Буратино, значит, Мальвина, принцесса, принц, там, король, королева. В общем, мы все, значит, сказки мы уже... И он говорит: мамочка, я подсолнух, а ты лейка. И мне так это понравилось. И вот потом мы, значит, где-то месяц были под солнухом и лейкой. Я его, значит, поливала. Если у него было плохое настроение, я, значит, лепесточки его, значит, гладила. Вот. А сейчас он сказал: он кузнечик, а я крошка-енот. Крошка-енот? Эх, он точно опять угадал, да? От улыбки будет день светлей. Да. А вы можете быть с ними строгой? Да. Но они уже в этот момент понимают, что они уже просто... Совсем зашли за все границы. Совсем перешли границы, да. Да, но... Я могу сказать, что я бываю плохим полицейским, да. Бабушка с дедушкой, они хорошие, а иначе как их держать? Они же пацаны в каких-то рамках. Поэтому стараюсь воспитывать, да. Я слыхала, что вы готовите хорошо. Да, но делаю это редко, честно могу сказать сейчас. Ну, потому что работа, детки. Это же какой-то очень особенный момент, когда мама готовит, сама готовит. Да. Вот есть что-то, что парни обожают и говорят: мама, нет, это должна сделать только ты? Нет, такого нет. Но что у нас? У нас младший очень любит макарончики, пельмешечки, хинкали. Это большие пельмешечки. Он говорит, все, что связано вот с добой, он любит. Старшинки у нас сладкоежка, мы с этим боремся. Вот. Ну что они любят вместе? А чего вы боретесь-то со сладкоежкой? Почему? Всего в меру. Всего в меру. Он у нас спортсмен, и я могу сказать, что к сладкому реально есть привыкание в любом возрасте, поэтому всего нужно давать в меру. Вот, поэтому что мы можем вместе сделать? Мы можем сделать пиццу вместе. Да? Что там делать? Там раскатали тесто, значит, они там, значит, ручкой своей помазали томатной пастой, побросали все, что они... И вот этот вот процесс запекания, им это нравится. Шарлотку. Они у меня чистят яблочки, да, ну, детским ножичком все раскладываем. Может быть, они ее не съедят, но вот этот вот процесс, что мы это делаем. Потом мы купили маленький вот эти вот скалочки, чтобы для пельмешечек. Вот. Поэтому мы вот, значит, делаем вот эти кругляшки. Это, я вам честно скажу, это не часто, но это происходит. Uh-huh. И это им, конечно же, все очень нравится. А как вам удается вот при таком вот изыске рассказа сохранять фигуру самой? Работа над собой. Работа над собой. Как Плесецкая, ничего не жрете? К сожалению, ем. И особенно хочется после концерта. Просто если концерт, то это 2-2,5 часа, ты на сцене, ты вот это все как бы уходит, все калории. Но вы же, вот, будучи мамой двоих детей, даже родив их, как-то очень быстро приходили в форму. Нет, было первый раз плюс 20, второй раз плюс 15. В первый раз мне помог проект. Вот на льду, когда мы катались с Антоном Сихарулидзе. И когда ты приходилась, и он говорил: ох, моя там пышечка пришла. Ну, после Елены Бережной, где она просто пушиночка. Я, конечно, на тот момент уже была 57 килограмм, но я, к моменту уже, к концу проекта я уже вернулась в 52-53. Но тьфу-тьфу-тьфу, мы дошли до конца, и есть даже парочку номеров, которыми я горжусь.
проекте «Две звезды» на Первом канале вы пели вместе с Димой Певцовым. Давайте сейчас его послушаем. И там продолжим. Я всегда скептически относился и до сих пор отношусь к нашему шоу-бизнесу. Извините, ребята, это мое мнение. И я готовился к тому, ну, какая-то будет очередная певичка, господи боже мой. Зачем мне все это? Но жена сказала, моя, иди пой. Вот. И я встретился с Зарой и вдруг неожиданно увидел, что это совершенно никакого отношения к нашему шоу-бизнесу человек не имеет. А, не то, что там звездности никакой, а просто очень душевная, теплая девушка, а при этом обладающая неюжным талантом и поразившей меня работоспособностью. Я боялся как бы не испортить великолепный Зарин вокал и ее именно вокал, потому что, ну, я могу там включиться по-актерски, душевно, а она всегда на этой песне включалась стопроцентно и выкатывалась, скупая Зарина слеза, всегда на этой песне, не потому что это артистизм, потому что у нее душа так поет. Зара очень деликатный человек, и вообще она... Я очень долго пытался перечить, чтобы она обращалась ко мне на «ты». В конце проекта это получилось, сейчас опять все вернулось туда. Не может она побороть своего, для моих возрастных изменений, не знаю, разницы в возрасте. Она всегда очень чутко и как-то тактично относилась к моим предложениям. И каких-то споров совершенно не возникало. Когда случилось так, что у нас сформировался дуэт, для меня это была такая ответственность. Не то, что петь, стоять рядом с Дмитрием. Вот оно как. Да, да. Почему? Народный артист России. Любимый актер. И он действительно скептически относился к нашей эстраде. И вот, наверное, вот какое-то напряжение спало после первых наших двух номеров. Лес до степи, до степи, по устам, антикий свет вечерний и новой зари. Не забудь же прощанье славянки, сокровенно в душе повтори. Далее «Наедине со всеми». Я как-то слышала, что поклонники, они олицетворение артиста, да? Какой артист, такие у него почитатели. Вы знаете, я, наверное, очень неплохая артистка, потому что я горжусь этими людьми. Это люди с высшим образованием, очень талантливые, интеллигентные. Многие из них семейные. Я являюсь сама их поклонницей. То есть общение с ними меня обогащает. Перед выходом на сцену... Я обязательно крещусь. Я обязательно распеваюсь. Я обязательно собираюсь мыслями. Больше всего я хочу... чтобы мои малыши нашли себя в жизни. В себе мне не нравится. Я большая самоедка, мне это не очень себе нравится. Зара. Что касается ваших поклонников, то к ним вы тоже относитесь с чрезвычайным уважением. И всегда в любом интервью вспоминаете о них и говорите, что это просто вот какая-то особая связь, и что они вам дарят какие-то удивительные подарки. Удивительнейшие. У меня есть поклонник... Ну, так получилось, что он прикован к инвалидному креслу. Он мне подарил удочку. И вот такой сачок. Говорит, Зар, вы, наверное, никогда не были на рыбалке. И я вот вам вот жила. И подарил гитару. Говорит, чтобы вы как у костра могли что-нибудь попеть. То есть поймал рыбу, сварил уху, сел, сама себе сыграла. Сама себе сыграла. И вот. Спела. А еще, да. Это действительно с большой выдумкой подарок. Я
Как-то слышала, что поклонники, они олицетворение артиста, да? Какой артист, такое его окружение, такие у него почитатели. Вы знаете, я, наверное, очень неплохая артистка, потому что я горжусь этими людьми. Это люди с высшим образованием, очень талантливые, интеллигентные. Многие из них семейные. Я являюсь сама их поклонницей. То есть общение с ними меня обогащает. Какие дальнейшие идеи? Что ваш перфекционизм подталкивает вас делать дальше, больше? Идей очень много. Если мы говорим о творчестве, это, конечно же, расти, развиваться, привлекать новые музыкальные, скажем так, силы. Сейчас предстоит большой мой первый концерт именно в Кремлевском зале, да, в конце ноября. Кроме того, мы занимаемся активно благотворительностью, и, наконец-то, я думаю, что я смогу сформировать, создать свой личный фонд. Кроме того, у меня большая такая мечта сделать всемирный... Вот есть Всемирный день джаза, да? А вот Всемирного дня этнической музыки нету. А я считаю, что это очень необходимый день, и можно было бы под него создать уникальный фестиваль, да? Потому что вот даже в нашей стране я вот много езжу на гастроли, настолько национальностях, со своей уникальной культурой, музыкой, которую нужно развивать, хранить. Потому что сейчас же люди немножко забывают о своих корнях. А это нужно помнить, развивать и гордиться этим. Ваши дети помнят о том, что они носители... гордой восточной крови. Да. Я могу сказать, что вот младший наш, он по-курдски уже говорит. Да. И хорошо прямо память? Не могу сказать, что хорошо, но он очень быстро все запоминает, спокойно уже может простыми фразами объясняться. Для меня это очень ценно. А вы сами язык не забываете? Поскольку дома мы общаемся, нет, не забываю. И вот это еще один такой вот для меня был звоночек, что действительно язык, любой язык нужно учить с детства. Меня никто не обучал моему языку. Я была в атмосфере, где разговаривали на нем, и все это отложилось. Вот эту же атмосферу я стараюсь на разных языках создать деткам. Там дома больше говорить на нем. Да. Особенно они хорошо воспринимают перед сном. Я услышала ваши громадные планы. Они громадные, правда? Конечно, громадные. Хорошо. Учитывая, что вы с 12 лет, собственно говоря, находитесь на пути достижения. Вы идете от конкурса к конкурсу, от, не знаю, окончания школы общеобразовательной к окончанию там, института, от концерта к концерту, от диска к диску и прочее, прочее. Но знаете что, правда? Иногда надо как-то прям остановиться, отдохнуть. И прямо с полным правом. Конечно. Хотя бы потому, что вы прекрасная молодая женщина. И потому что к моменту нашей с вами встречи вы уже достигли очень многого. И вы заслужили абсолютно право немножко себя избаловать. Так вот прям побаловать. И вот чтобы вот вокруг вас ходил не только ваш очень мудрый сын, который говорит: «Мамочка, бедняжечка моя», а чтобы вот прям все хороводы какое-то время, все близкие, друзья, знакомые поводили, погладили вас по голове и говорили бы: «Бедняжечка, ну отдохни немножечко». Все, все а потом нормально. С новыми силами бросайтесь на амбразуру. Спасибо. Знаете, что в продолжение моего пожелания вам... Мы хотим вам подарить вот такую вот шкатулку, в которой собраны, Зара, аромат чувствуете, нет? Это восточные специи. Уже в этот уже аромат есть. Чувствуется. Вот, да. И да. Чтобы вы могли вот как-то и детей своих научить, и самой удовольствие получить от дома, от творчества на кухне, и от того, что вы прекрасная женщина, мама, хозяйка, и корни свои вспомнили. Спасибо. Спасибо вам большое. И удачи вам во всем. Спасибо вам огромное. Прогноз на ближайшее будущее. Все, что я смогла, я нажала эту зеленую трубку и сказала: «Здравствуйте, я ваша дочь». Вся моя ярость ушла, и у меня начались... Просто я начала рыдать ему в трубку.
А он вдруг так спокойно совершенно говорит: «Да, ты моя». Татьяна Байбазарова. Женщина, которая только в 36 лет узнала тайну своего рождения. У нас была замечательная школа. Было очень-очень... У меня были замечательные друзья. То есть те самые люди, как бы вам сказать, интеллигентное раздолбайство, понимаете, когда ты обязательно должен быть хулиганом со всеми вытекающими, но учиться должен хорошо, потому что это все-таки нравилось девочкам больше всего. Леонид Агутин. Представляете, Елена, ребята, я говорила за всех девочек. Это все девочки. Их надо было отбить и еще, простите, успеть поправить о грехе переводчика. И надо еще было вот вывернуть, понять, кто где говорит, чтобы их отбить, чтобы люди понимали, что это говорят разные люди. И вот это на самом деле интереснейшая работа. Марина Дюжева. То есть 85 – это тоже рядовой? Нет, это мелочь.